Всем привет! Сегодня расскажу про сроки уборки корнеплодов, моркови и свеклы, а также сделаю небольшой и полезный обзор на сорта и гибриды, которые порадовали меня очень хорошим урожаем в этом году. Итак, начнем с моркови. Нужно сразу оговорить, когда морковь нужно убирать. Первое, что нужно сделать, чтобы узнать о сроках уборки корнеплодов, нужно взять пакетик семян, тот сорт, который вы высевали, и посмотреть на сроки созревания. Допустим, есть какой-то у вас сорт и указан срок 120 дней, срок созревания вот этого корнеплода. Какого-то сорта определенного. Значит, от момента всходов отсчитываем 120 дней и морковку можно убирать. То же самое и со свеклой. Вот это самый лучший вариант, чтобы определить сроки уборки корнеплодов. Конечно же, можно еще и по народным таким способам рабочим. Это... В первую очередь способ определить готовность к уборке по ботве. Если у моркови вы увидели, что нижние листья уже засыхают, где-то уже начинают желтеть, значит корнеплоды наверняка выросли. А также можно определить по самим корнеплодам. Корнеплоды должны уже быть сформировавшимися нужного размера значит, и на них уже начинают появляться где-нигде вот такие маленькие белые корешочки. Но еще их не массовое количество. Если уже весь корнеплод моркови покрыт белыми волосками, такими корешками, это значит, что вы морковь уже на грядке передержали, и корнеплоды будут горчить. Поэтому лучше приступать в оптимальные сроки, не держать очень долго морковку на грядке. У свекла еще проще. Корнеплоды все наверху, видно, что они уже сформировались. И даже если раньше сроков убрать корнеплоды свеклы, они будут все равно отлично храниться. Ну и также идет усыхание уже ботвы, нижних листьев, значит, корнеплоды готовы к уборке. И также по пакетикам опять смотрим срок созревания определенного сорта, отсчитываем от момента всходов, а значит, уже нужно приступать к уборке. Далее, когда мы выбрали морковь, вот сейчас у нас почва очень влажная, прошли дожди, такие корнеплоды на хранение еще отправлять нельзя. Надо их выбрать, вот эту грязью соскрести чуть-чуть и просушить. Где-то на солнышке положили на пару часов, поворочили, корнеплоды просохли и можно закладывать на хранение. Как хранить? Свеклу можно хранить насыпью на картофеле, без проблем она хранится. А вот морковь лучше всего пересыпать либо опилками, либо песком. Чистым песком пересыпаем в какие-то емкости и ставим на хранение в погреб. И таким образом корнеплоды будут хорошо храниться. Нужно еще обратить внимание, кстати, на вот эту точку роста у моркови. Нужно точку роста срезать. Если слишком высоко обрезать корнеплод, то точка роста останется, и все корнеплоды морковь будет, будет в песке прорастать, и потом может загнивать. Поэтому берем ножик и прям срезаем эту точку роста, даже можно макушку корнеплода чуть-чуть задеть, ничего страшного, надо ее обязательно срезать. У свеклы то же самое, срезаем вот эту точку роста, чтобы корнеплоды затем в погребе не прорастали. Ну а сейчас более подробно уже вам расскажу про сорта и гибриды. Значит, первый сорт моркови. Я уже выращиваю уже не один сезон. Ой, вырву вам, покажу. Господи. Что за, что за лошадь? Это сорт Виталонга. Это еще даже не самая большая. Есть и покрупнее. Огроменные корнеплоды у Виталонги. Очень хорошо хранятся. Носик, видите, такой не острый. Значит, закругленный. Очень сладкая, хорошо и хранится, и на заготовки можно сейчас пускать, на различные салаты. Неприхотливый вообще сорт, отлично растет практически на всех типах почв, особенно у нас на суклинках, отлично растет, на тяжелых почвах может расти. Значит, этот по сорт моркови, он считается позднеспелым. От момента посева семян до уборки урожая проходит около 150 дней. У меня, в принципе, уже этот срок прошел. Я думаю, еще недельку она посидит, и я уже буду приступать к уборке. В принципе, очень достойный сорт. Можно смело у себя на участках выращивать. Второй сорт, который у меня растет, это самсон. Сейчас выдерну. Посмотрите, какая красивая морковь. Ровненькая. Носик тоже практически закругленный. Мокро, правда, у нас в почве. Главное, чтобы сейчас она не полопалась, не потрескалась вырастает за 100-120 дней после всходов, уже полностью готова к уборке. Ее надо срочно убирать, пока корнеплоды не состарели, не начали горчить. Значит, этот срок рекомендован для раннего, получения раннего урожая, а также для хранения. Хорошо он хранится, беспроблемно. Сладкая, сочная морковочка, небольшая сердцевинка у нее, яркая оранжевая мякоть. Ну, сорт Загляденье. Сами видите, какой корнеплод хороший. Следующий сорт это Балтимор. Сейчас вот я выдерну тоже корнеплод. Поищу, чтобы вот такой хорошенький был. Ой. Видите, она уже переросла у меня. Все, надо срочь, срочно убирать, потому что вообще состареет. Уже поперерастала. Вот, вот про что я говорил. Белые корешочки массово пошли на корнеплоде. Это уже морковка может горчить, поэтому срочно надо приступать к уборке. Балтимор – это ранний сорт. Вырастает за 100 дней, даже меньше может вырасти за 90. Корнеплоды не такие крупные, как у предыдущих сортов, но достаточно большие. Тоже закругленный носик, хорошие вкусовые качества, очень маленькая сердцевина, сладкая морковка. Нормально хранится. Но вот Балтимор я все-таки высаживал для раннего урожая, чтобы летом в пищу употреблять. Для хранения все-таки Балтимор лучше высевать в более поздние сроки. Я в начале мая высевал, а если для хранения, то лучше в конце мая, даже в начале июня высевать. Но в целом сорт очень достойный, сладкий, вкусный. Мы уже в конце июня первые корнеплоды вырывали. И как видите, они уже выросли, созрели, надо приступать к уборке еще один сорт моркови, который у меня растет на грядке. Это сорт любимчик, можно сказать, не только у меня, у многих огородников. Называется этот сорт Карлена. Господи, не могу вырвать. О, даже отломалась. Ой-ой-ой, жалко. Ну, пойдет куда-то на суп. Такие длинные корнеплоды прям... О, посмотрите, Карлена. У нее, видите, заостренный носик у Карлены. Не, не, ту, не тупой, не кругленький, а заостренный такой. Это морковь для длительного хранения. Вот этот сорт может храниться вплоть до нового урожая в погребах. Просто незаменим для осеннего урожая. Кстати, еще такая отличительная особенность Карлены это то, что она имеет огромную вот такую ботву. Посмотрите, какая ботва высокая. Она почти полметра высотой. Очень хорошо растет этот сорт даже на тяжелых почвах. Беспроблемный сорт, хорошо хранится. Сладкая, вкусная. Сердцевинка тоже у нее небольшая. А здесь я чуть-чуть посадил, вот совсем чуть-чуть посеял фиолетовая морковка. Purple Haze называется. Она раннего срока созревания. Смотрите, у нее фиолетовый окрас. Она почти черная. Вот такой необычный у нее окрас какой-то. Ну вот, не знаю. Я ее раньше, кстати, высаживал. Вот одна какая кривая выросла, одна более-менее ровная. Но какое достоинство? Ранний срок созревания и много пользы от нее. Антоциановый окрас, она сверху фиолетовая, внутри оранжевая, мы в разрезе потом еще покажем. Очень полезно ее употреблять в пищу. Много антиоксидантов, много витаминов, микроэлементов. И она также полезна для зрения, как и ягоды черники. Поэтому ее вот я высаживаю. Правда, в супы не добавляем, потому что фиолетовый суп становится. А вот в салаты или просто свеженько искушать с огорода вполне себе можно. Она уже давно созрела, уже даже корнеплоды тоже чуть поперерастали. Ну, мы вырывали, уже давно едим ее в пищу употребляем. Хороший сорт, достойный тоже. И необычный окрас вот такой. Еще один необычный сорт. Видите, у меня дожди прошли, болото. Это вайцатин, белая морковь. Чем хорош этот сорт? Раннее созревание у этого сорта примерно 100 дней, может быть там 115, но обычно за 100 дней вырастает. Корнеплоды достаточно крупные. Вот этот еще небольшой, есть корнеплоды по 300 грамм и даже больше. Ценность в том, что эта морковка гипоаллергенная. У кого есть аллергические реакции на пигменты в моркови, вот такую морковку лучше употреблять. И эта морковь еще значит, низкокалорийная. Кто придерживается, придерживается диеты, то также рекомендовано вот такую морковочку белую кушать. Она очень сочная, сладкая. Э, ну и опять же, лучше подходит все-таки для летнего употребления. При более позднем посеве, если в июне посеять, то и для хранения тоже подходит. А теперь про свеклу. Значит, первый сорт, который растет, это Водон. Сорт Водон. Посмотрите, какой кругленький корнеплод красивый. Прям как с картинки. Корнеплоды в меру крупные, не перерастают каких-то гигантских размеров. Средний вес 300-400 грамм у этого сорта. И самое хорошее достоинство, что при разрезе нет никаких колец. Темно-красная мякоть сплошная, много сока. И один из лучших сортов для борща, как по моему, по моему мнению, для винегреда, ну, для всего. И отлично хранится. И еще достоинство, что быстро вырастает, за 90 дней всего лишь. Даже если вы посеете в конце июня, до зимы еще этот сорт успевает вызревать. Даже в наших условиях, иногда в южных регионах, в два оборота этот сорт выращивают, два урожая за сезон получает это и свеклы. Поэтому, опять же, я у себя высаживаю. Значит, следующий сорт, который у меня растет, это Бордо. Бордо вырастает больших размеров, может и 500 грамм и выше вырастать, поэтому я стараюсь ее не сильно прорывать, чтобы корнеплоды вырастали поменьше. Все-таки э, большие корнеплоды, свекла, очень тяжело потом варить. Вот даже вам покажу, который с краешку сидел корнеплод, бордо, посмотрите, какой он огромный вырос. Здесь даже больше, чем полкилограмма, грамм 700, наверное, а который не прорывал, они поменьше. Но в целом, бордо очень урожайный сорт, неприхотливый, растет практически на всех типах почв. Корнеплоды округлой формы, мякоть темно-красная, вкусный сорт, очень сладкая. Отлично хранится, вплоть до нового урожая хранится. Не горчит при длительном хранении, кстати, как у многих сортов бывает. Поэтому этот сорт всегда я выращиваю уже многие-многие годы. Всем известный сорт и многие огородники его уже давно полюбили. Следующий сорт это тонус. О, посмотрите, какой корнеплод! Чем-то похож на сорт цилиндра. Но у цилиндра корнеплоды побольше, подлиннее но ну, огроменный. У меня тоже этот сорт есть, цилиндры, но там огромные просто корнеплоды. У тонуса как-то они поаккуратнее, не так э, вываливаются из земли и более плотно сидят, более заглублены, чем у цилиндры. Очень такого темного, насыщенного цвета, практически как, не знаю, темно-темно-красного цвета они. Этот сорт средне-ранний, примерно за 120 дней он вырастает. И средний вес корнеплодов э, примерно 300 грамм. Как раз идеально, они не перерастают, в отличие от цилиндры, большими не становятся, очень хорошо хранятся в погребе, можно закатывать, кто закатывает там борщи какие-то, еще там заготовки делают из свеклы, но в целом очень и очень достойный сорт. Меня радует, что вот Именно корнеплоды не перерастают, огроменными не становятся. Потому что в том году я другие сорта там высаживал, египетскую плоскую, высаживал, паблу еще высаживал, и цилиндру, и у меня корнеплоды повырастали, не знаю, по 2-3 по килограмма корнеплода, огроменные ведра в 10-литровые не влазили, и такие корнеплоды пришлось на корм скоту пустить, потому что их невозможно съесть, ну они просто мутанты были. В этом году все-таки уже подобрал другие сорта, другие гибриды, погуще посадил, поменьше прорвал, чтобы они такими большими не вырастали. Все-таки небольшие корнеплоды, их удобнее и варить, и даже если борщи, делать один корнеплод, и все готово. Поэтому вот такие сорта урожайные, можете себя записывать, пометки делать, чтобы в следующем году знать, что вам посадить. Кстати, семена этих Корнеплодов и свеклы и морковки я приобрел в магазине Процветок. Поэтому, если вам нужны достойные урожайные сорта корнеплодов, а также других овощных культур, заходите в магазин процветок, а также подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки. Всем спасибо и до новых встреч!